Так, ладно. Язык английский выберу, пофиг, блин, а нельзя как-то потише сделать, интересно. О, во, можно. Ой, а громко-то как все равно, ё-моё. А игру нельзя закрыть даже. Ладно, пофигу. Соник теперь у нас циклоп, я так понял. А долго это будет? А. Как громко все равно, блин. Выйди, пока не поздно. Да. Дальше я не знаю. У меня с английским беда вообще. Удали походу эту игру. Что там, delete. Твое время истекает, наверное. Беги. Уже поздно, как бы я игру запустил. Понял. Кабачок, здорово! Всем, кто посмотрит этот видос. Сегодня я поиграю в Соника. Соник не XZ, а Соник EUX, как-то он называется. Соник XZ я, кстати, ни разу не играл, ни в одну часть вообще. Понял. А, можно просто... Можно просто вот так вот полечу и все. Так, уже что-то началось потихоньку, я видел. Блин, а куда дальше-то мне? А, блин, вспомнил, надо нажимать на этот, на прыжок, там будет быстрее, ой, быстрее, выше лифт, точно. Здорово. Ладно. А. Из Соника вышел другой Соник. В одном Сонике два Соника сейчас было. Не понял. Ладно, пойдем обратно. За тем Соником нормальным, который побежал туда. Давай. А! А в смысле? Халюки пошли. Meet me at the beginning. Ой. У Тейлза что-то... А почему, кстати, написано не Тейлз, а Майлз? Хотел сказать, почему-то у него написано не Tails, а Miles почему-то. Или так и должно быть. Knuckles, здорово. You make me sick. Блин, why это почему, я знаю. Но с английским у меня очень плохо. Вот честно. Знаю вот why, почему. Бет, это что-то плохо, наверное. Мы тебе... А, тут я знаю, мы тебе ничего не сделали, наверное, написано. Может, Тейлз был прав? Райт. Дальше я не знаю, что это.
Накос плачет, кстати. У него глаза чернеют почему-то. Алло. Алло. Куда ты уезжаешь? А я могу вот так вот делать. Поймай! Has failed to log into internet connection. А! Он хотел в мой интернет зайти. Ладно. Так, давай запустим что, игру еще раз, наверное. Let's try что-то там. Eggman, Sonic и Tails. Без глаз, кстати. Прикольно. А таким что-то экран не может двигаться. Рэй, я не знаю даже, кто это. Это глаз. Это, походу, Соник наблюдает. Огромный. Смешно. А что ты ржешь-то? Что-то потек немного. Он ему взял, походу, глаза вырвал. О, you caused it to happen now и... Блин, я читаю по-английски хорошо, а вот перевод у меня вообще плохой. Я не знаю, что тут написано. Походу, он будет следить за мной. Или чё, я не знаю. Ку. И чё? Ну ладно. А, я там ещё один. Так, я могу передвинуть? А, во. Типа в эту игру надо играть в окне, я что-то посмотрел, потому что тогда будут видны все эти эффекты и что-то там. Эффекты и эффекты какие-то там. Вот честно скажу, в Sonic XZ я даже не играл. Вот первая моя игра, вот там какая-нибудь, как это называется вообще, Creepypasta, наверное. Моя первая игра, вот этот Sonic EX будет. Я даже в Sonic XZ не играл ни разу. Бэмс. Блин, а долго вообще идти? А интересно, можно тут сдохнуть вообще? Ну, проиграть. У меня вон даже эти жизни есть. 3 жизни у меня есть. Уи! А все? Алло. А, ладно. Соник, кстати, опять без глаз тут лежит. Блин, какая дичь творится. Так, рингс, это у меня кольца написаны, 45 штук. Оп. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Фига ты, блин, здоровый.
типа, у этого Соника Еукса, у него один глаз. Вот, да, у Соника один глаз. У этого, не, он не XZ, а EUX какой-то. I'm creating such beautiful... Шо? Ой, мне не хочется читать, и там что-то это, плохое, страшное. Ну, ну нафиг. Я стою на зубах, кстати. Стой! Так, это Knuckles, Tails, наверное. А у меня веб-камеры-то нету! Соси. У меня нету веб-камеры. А это... Стой! Стой! We need to see you. Мы следим за тобой. Или смотрим на тебя. Не знаю. Но у меня нету веб-камеры, отвали. У меня веб-камеры нету. Так, тихо. А, я иду за тобой. Да иди. Иди. А, игра на фул сделалась. Ок. Блин, интересно, будет на всю видно игру... Ой. Да по идее должно игру на всю видно быть. А то если нет, не будет видно, то, блин, перезаписывать что-то неохота вообще. Кстати, заметьте, у меня опять глаз нету почему-то. Пока ничего такого. Бежим куда-нибудь. Да ты задрал. Куда-то бежим, но непонятно куда. Бэмс. Оп, здорово. Блин, почему-то фишка этой игры почему-то, не знаю, с глазами связана. Я не знаю почему. У Соника Еукса почему-то один глаз здоровый. А у других персонажей, вот у Тейлза я играл, у за Соника сейчас играю, у них глаз нету, типа. И у Эггмана тоже глаз нет. И у Рэя вот вначале он просто взял глаза, ему выдернул из башки просто. Ну и чё? Долго стоять? Пока. Смешно. Точнее, не смешно, а страшно. Ну типа, эта игра такая, она не страшная, а такая... Как это сказать? Прикольная, типа. Просто прикольная. Да не туда, ё-моё. Это сейчас было, я не понял. Просто прикольная игрушка такая. Но для меня она прям не страшная. Если бы мне было, наверное, лет 8-9, тогда бы я до усрачки боялся этой игры. Чё? Так. Эггман, здорово. Так, это Metal Sonic. О-о-о-о. Оторвал голову, продырявил ему грудь. Эррор. Эггман потек. Алло! Так, запись есть? Он оторвал ему голову, продырявил грудь. Офигеть. Так, сейчас опять за Тейлза играем. Блин, почему у него написано Майлз? Хотя тут должно быть написано Тейлз, а не Майлз. С глазами опять что-то. Я говорю, в этой игре что-то... Почему-то с глазами у всех что-то не то. Так, прыгать я не могу. Курсор спрячу куда-нибудь туда.
Пойдем пока, пойдем. Блин, а давай я, наверное, на фул экран сделаю. Чтобы лучше видно было. О, челик. А, это... О, это, короче, Рэй был. В самом начале он бежал от Соника. Без глаз. Так, там на фоне, походу, Соник опять. Здоровый. И у него почему-то, кстати, два глаза вроде. О, не, погоди. И это не Соник. Чё-то вообще не похоже на него. Это вообще кто-то другой. А, это Эггман, ё-моё. Это Эггман здоровый, все, увидел. Я по носу понял. И чё? Соник, здорово. А это он Наклза убил? Или Эггмана? Страшно до усрачки. Смешно. И чё, всё? Так, это Эмми, да, походу? Coming soon. Спасибо за игру. А, еще не конец. Спасибо за игру. Clear Data. Давай выберу No. И чё? Спасибо за игру. Хей, короче... Так, я понял, это всего лишь версия 1. У этой игры... Эта игра версии 1. И то есть, получается, я так понял, будет продолжение еще этой игры. Она будет дорабатываться. Ты-ты-ты-ты. И, короче, дальше не важно. Кабы чё. На этом все. Классная игрушка. Ну, особо не страшно мне было. Если бы мне было, я уже говорил, лет 8. Вообще мелким был бы, тогда мне страшно было очень. А так, игрушка прикольная. Как бы кто не боится, можете скачать, поиграть. Найти эту игру легко. Как бы всем спасибо за просмотр. Кто посмотрел этот видос, подписывайтесь на группу ВК. Также подписывайтесь на Twitch. Все ссылки в описании. Всем удачи и пока.